Видео подготовлено для канала «Уроки ТВ. Математика. 4 класс. Автор Чекин. Часть 2. Задание 124. Выполни умножение числа на величину столбиком». Умножение числа на величину столбиком происходит точно так же, как и умножение величины на число, и отличается от умножения двух чисел только тем, что произведению, результату умножения, приписывается размерность величины, которая умножается на число, или величины, на которую умножается число. Итак, пример первый. Первое. Вот еще раз. Первое. Нам нужно число 7 умножить на величину 58672 миллиметра. Конечно, нам удобнее. Ну, то есть мы сейчас будем перемножать числа 7 и 58672. Конечно, нам удобнее воспользоваться переместительным свойством умножения и умножить число 58672 на однозначное число 7. Это число мы подписываем под первым множителем под разрядом единиц, потому что однозначное число 7, оно состоит только из разряда единиц. И вот теперь начинаем умножение с разряда единиц. 2 на 7 – 14. 4 мы пишем, единичку запоминаем. 7 ее 7 – 49. И единичку, которую мы запомнили, 50. 0 пишем, 5 запоминаем. 6 ее 7 – 42. И 5, которую мы запомнили, 47. 7 пишем, 4 запоминаем. 8 ю 7 56 и 4, которые мы запомнили, это 60. 0 пишем, 6 запоминаем. 5 ю 7 35 и 6 41. Итого получили 410704 миллиметра. Второе. Второй пример. 3 умножить на 75863 кубических сантиметра. Здесь мы тоже поменяем местами и умножим 75863 на 3. 3 – 3 – 9. 6 – 3 – 18. 8 пишем, 1 запоминаем. 8 на 3 – 24. И 1, который мы запомнили. 25. 5. 2 в уме. 5 – 3 – 15. И 2 в уме. 17. 7 пишем, 1 в уме. 7 на 3 – 21. И 1 в уме. 22. Итого получилось 227589 кубических сантиметров. Третий пример. 15 умножить на 6543 часа. И умножим 6543 на 15. 3 – 5 – 15. 5 пишем, 1 в уме. 4 – 5 – 20. И 1 в уме. 21. 1 пишем, 2 в уме. 5 – 5 – 25. И 2 – 27. 7 пишем, 2 запоминаем. 6 и 5 – 30. И 2, которые мы запомнили, 32. Так, произведение 32 тысячи. А, нет, неправильно. Ведь у нас же второй множитель – это же число двузначное. А мы умножили только на пятерочку.
то есть на цифру, которая стоит в разряде единиц этого двузначного числа. И таким образом мы получили не полное произведение или промежуточное произведение, а еще мы должны теперь умножить на единичку, которая стоит в разряде десятков. Так, ну, чтобы умножить на единичку, собственно говоря, мы просто переписываем первый множитель. Вот так, 3, 4, 5 и 6. Начиная переписывать его справа налево, ну, потому что мы под единичкой должны были записать это все. А вот теперь мы складываем эти два промежуточных произведения. Ну, пятерочку просто снесли. 1 плюс 3 – 4. 7 плюс 4 – 11. 1 пишем, 1 в уме. 2 плюс 5 – 7. И 1 в уме – 8. И 3 на 6 – это 9. Получили 98 145 часов. Четвертый пример. Так, 34, число 34 умножаем на величину 3598 литров. 3598 умножаем на 34. 8 и 4 – 32. 2 пишем, 3 в уме. 9 на 4 – 36. И 3 в уме. 39. 9 пишем, 3 в уме. 5 на 4 – 20. И то, что у нас было в уме, 3, 23. 3 пишем, 2 запоминаем. 3жды 4 – 12. И 2 – 14. Первое промежуточное произведение. Теперь второе. Трижды 8 – 24. 4. 2 в уме. 9 на 3 – 27. И 2 в уме. 29. 9 пишем. 2 в уме. 5 у 3 – 15. И плюс 2 в уме. 17. 7 пишем. 1 в уме. И трижды 3 – 9. И 1 в уме. 10. Складываем, получаем. Ну, здесь двоечку просто снесли. 9 плюс 4 – 13. 3 пишем, 1 запоминаем. 3 плюс 9 и 1 в уме – 13. 3 пишем, 1 в уме. 4 плюс 7 – 11. И то, что мы запоминали – 12. 2 пишем, 1 в уме. Единица плюс 0 и единицу, которую мы запомнили – это 2, и единичку просто спустили вниз. Таким образом получили произведение 122, 332 литра. Пятый пример. 6 умножить на 42357 центнеров будет равно 42357 умножаем на 6. 7 умножить на 6 – 42. 2 пишем, 4 запомнили. 5 умножить на 6 – 30. И 4, которые мы запомнили – 34. 3 запомнили. 3жды 6 – 18, и 3 – 21, 1 записали, 2 запомнили. 2 умножить на 6 – 12, и 2, которые мы запомнили – 14, 4 пишем, 1 в уме. 4жды 6 – 24, и 1 в уме – 25. Получили произведение 250. 4142 центнера. Ну и последний, шестой пример. 27 умножить на 3698 квадратных
сантиметров. Так, я напишу справа, а вы можете делать это под самим примером. Итак, 3698 умножаем на 27. 8 ю 6 56. 6 пишем, 5 запоминаем. 9 умножить на 7 63 и 5 68. 8 записали, 6 запомнили. 6 ю 7 42 и 6 48. 8 записали, 4 запомнили. 3жды 7 – 21 и 4 – 25. Теперь 2 умножаем на 8 – 16. 6 записали, 1 запомнили. 9 на 2 – 18 и 1, который мы запомнили. 19. 9 записали, 1 запомнили. 6 на 2 – 12 и 1 – 13. 3 записали, 1 запомнили. 3 на 2 – 6 и 1 – 7. Складываем. 6, 8 плюс 6 – 14. 4 записали, 1 запомнили. 8 плюс 9 и плюс 1, который мы запомнили. 18. 8 пишем, 1 запомнили. 5 плюс 3 – 8 и 1 – 9 и 2 плюс 7 – 9. Получили произведение 99 846 квадратных сантиметров. На этом все. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.